Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости канала, а также любители страшных игрушек. Я Нептун, и это канал Нептун Геймстаф. Мы проходим Evil Within, и сегодня вторая серия. Напомню, что мы играем за детектива, который по вызову попал в психушку. Там творился просто адище какое-то, меня чуть не убили, не нашинковали. Там какой-то был толстый бугай с бензопилой, но мы убежали, спаслись на скорой помощи, удрапывали с города, который как будто ожил. Там все двигалось и вертелось, и в итоге мы провалились в пропасть. На этом первый эпизод закончился. Давайте узнаем, что было дальше. Чтобы силы восстановились быстрее, многократно нажимайте пробел. Хорошо. Так. Что-то не очень похоже на то, чтобы я летел в пропасть. Какого хрена, а? Вы кто? И куда меня везете? Что-то как-то вообще не позитивно все это выглядит. Так, медсестра. А это, видимо, врач. Я в госпитале. Что? Операционный стол? Эй, ребята, 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 вы что задумали? Так, уходят. Надо бы как-то отсюда выползти. Так. Подожди, чё это, чё это, чё это, чё это? Ты кто нахер? Зомби какой-то! Что ты хочешь со мной делать? А, уйди! Уйди, твою мать! Это всего лишь глюки. Видимо, да? Так, хорошо. Подобрать. Твою мать, а, у меня опять... Тихо, тихо, тихо. У меня опять управление, блин, сбросилось. Минутку, ребята. Так, все хорошо, я научился ходить. Опять. Так, причина смерти остается загадкой. Более дюжины изуродованных тел найдены в деревне Элк-Ривер. Несколько жителей пропали без вести. Деревня Элк-Ривер. Здоровье! Вот, видимо, как это дело выглядит, да? Хорошо, давайте посмотрим. Так, мы вроде бы в психушке, да, в какой-то? Таракашки. Хорошо. Привет. Выпусти меня. Проснулись? Да. Что с остальными? Что с городом? Вы о чем? Прямо сейчас здесь, кроме вас, никого нет. Так. Что-то мне это вообще уже никак ни разу не нравится. Подожди. Это же та же самая психушка, да? Так. Открыть нельзя? Хорошо. Какие-то подозрительные символы здесь нарисованы на стене. Бегать я не могу. Так, ладно. Здесь ловить нечего, хотя зеркало такое подозрительное. Ну-ка, давайте что ли глянем. Эй, здесь кто-нибудь есть? Да, здесь, вот здесь кто-нибудь есть? Обычное зеркало, да? Ничего такого. Ладно. Хреново, что я бегать не умею. Опять. Shift не работает. Зато я могу ползать. Что за хренотень? Да, согласен, чувак. Какая-то муть вообще несвязная происходит. Это очень важное для вас место. Здесь вас всегда ждут. Меня положили в больницу? Боюсь, что я не могу вам ответить. Пожалуйста, распишитесь здесь. А что, давай попробуем. Если не распишет... Ага, это, видимо, сейвик, да? Хорошо. Вот как здесь сохранение устроено. Все? Здесь то не сможете сохранить свои воспоминания. Сюда, пожалуйста. Так, видимо, я нахожусь где-то в воспоминаниях главного героя, да? То есть это не реальный мир, это мои
Мое сознание? Так, тебя можно как-то нажать, активировать? А, я тебя видел! Ты был у того мясника! В первой серии? Да, граммофончик? Так, что-нибудь почитать? Нет, да? Хорошо, потопали. Пахнет лекарством. Да, мне бы оно не помешало. Излечить свои раны, а то я хромой здесь. Все в порядке. Пожалуйста, расслабьтесь. Да я стараюсь. Но здесь пожалуйста, такая садитесь. Депрессивная обстановка, что я даже не знаю, что сказать. Ну, давайте. Навыки какие-то были. Типа прокачиваться, да, можно здесь? Это еще что? Вау! Не сопротивляйтесь. Это для вашей же пользы. Так, улучшать навыки можно с помощью зеленого геля. Да? Так, ну давайте думать, что нажимать. Так. Ну я что-то нажал Enter. Видите? Так гораздо лучше. Да, я что-то себе прокачал. Сестра, я схожу с ума. А? Что заставляет вас так думать? Бля, нет. Я буду ждать. Что это было, друзья? А, вот теперь да, вот теперь мы продолжаем. Вот мы упали, и мы выжили в этой жуткой аварии. Черт, что здесь творится? Где я? Так, что-то есть. Ну-ка. Кидман. Так, шприцы. Какое-то лекарство находится в этом походном шприце. Неизвестно. Однако оно неплохо восстанавливает здоровье, да? Значит, это аптечка. Типа аптечки. Где? Так, нажать М, чтобы посмотреть. Коннелли. Так, хорошо. Давайте изучать. Укольчики, да? Это, видимо, мое здоровье. Красненькая шкала. Желтая шкала, я пока не знаю, что это такое. Возможно, это выносливость или броня. Так, ну давайте что ли полечимся, да? Во. Другое дело. Так. Ничего больше не осталось? Ребята? Что это? А, это гель. То есть, видимо, я буду собирать эти банки, а потом... буду прокачивать себя. Да, видимо, это что-то вроде очки опыта. Ладно. Так, это удар, фонарика у меня нету. Куда топать тоже непонятно. Хотя вот тропинка есть. И кровушка. Жуть. Надеюсь, хоть кто-то выжил. Из тех ребят, которые были со мной. Да. Твою ж мать, мы в какой-то лес. Темный, страшный. Надвигаемся. Божечки. Так, тихо. Воронье! Кого-то жрет! А ну-ка ж! Атаки в рукопашку. Ударить врага. Ну вот, типа да. Так, что это? Похоже на собаку. Жесть, дикая собака! Вы хотите сказать, что здесь на меня шавки нападут? Ладно, будем отбиваться от них в рукопашку. Надеюсь, я хотя бы знаю азы рукопашного боя. Лампа. Вау. Гроза, угомонись. И так стрёмно здесь бегать. Да. Ну неужели? Хоть что-то. Воу-воу-воу, тихо-тихо, держись, чувак! Нет, ну это явно не человек. Посмотрите, с каким аппетитом он там уплетает что-то. Может быть, очередную дохлую собачонку? Чувак.
Нет-нет-нет, чувак, не надо туда топать, не надо. Это явно нездоровое дерьмо. О, а вот это хорошо. 6 патронов, да? Коннелли? Это уже не Коннелли. Твою мать. О! А, пошел нахер! Да как я мог промазать так хорошо? Ой, божечки, убил гада! Только что, друзья, была отсылочка к первой части Resident Evil. Упал нахер! А? Упал, отжался! Получай. Так, а тебя можно так убить, интересно, или нет? Да ты какого хрена выдохся, чувак? Не время. Да, получай. Так, а как тебя убить-то? А, видимо, убил. О, ни хрена себе. Мы пережили нападение зомби. Так вот, хотел сказать, что эта отсылочка была к первой части Resident Evil. Там тоже, помните, был такой момент, когда зомби кого-то жрал, а потом встал так и медленно повернул голову в нашу сторону. Здесь было то же самое. Так, еще одна лампа. Гель. Забираем это дело. Табуретка. Я бы тоже забрал. Но нельзя. Видимо, сюжетом не предусмотрено. Потупали дальше. Кстати, у меня очень... Припасов нет. Да, у меня очень приятная новость, что у меня нет ни хрена боеприпасов. Так, подожди. А где фонарик? А, вот он. А то уж я испугался, думал, у меня фонарик пропал. Так, хорошо. Что-то у меня местами игра подлагивает, не знаю, с чем это связано. Так. Типа сюда? Привет, бро. Больно, больно. Ого. Ты об этом? Ты Лесли, да? Я из полиции. Я постараюсь помочь. Постараюсь помочь. Черт. Как же мне отвезти тебя в больницу? Больница, 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 больница! Что за хуйня? Крутой перевод. Так, пробел, да? Ну-ка. Хорошо, получены детали ловушки. Угу. Они нужны для создания стрел к арбалету. Агония. Хорошо. Значит, у меня еще и арбалет будет. Рано или поздно. Но я бы еще от патронов не отказался. А то у меня пистолет теперь только как пугач можно использовать. Но зомби... Плевать, что у меня нет патронов-то. Он не человек, и его напугать нельзя. Так. Что-нибудь в тележке есть? Так, подойдите к лежащему врагу и нажмите Ctrl, чтобы его сжечь. Сожжение полностью уничтожает противника и расходует одну спичку. Ага. Ну что, давайте попробуем. Это будет наш первый сожженный зомби. Так, куда там нажать? Я забыл. Твою мать. Куда нажать-то? А, подожди, точно, я вспомнил. Вроде бы... Ctrl, да? А, у меня спичек-то нету. Че я переживал-то? Так, да? Допустим. Ну да, чувак сгорел. Ничего не осталось, даже костей. Даже сердечко. А знаете, почему сердечко-то? Потому что сердечко это большая мышца. И она горит хуже всего. Даже порой хуже костей. Какой-то подозрительный домишко. Измазанная кровушка на двери. Знаете, все это дело очень, очень подозрительное. Но мы же проверим, да? Я уже вижу гель.
Опа. Так. Чувиха прошла в зеркало и испарилась. Я так подозреваю, что зеркало это перемещение в зону нашего сознания, да? Где мы можем прокачивать себя. Видимо. Что это? Книжечка. А, дневник Себастьяна Кастеланоса. Наконец-то я получил этот жетон. Детектив Себастьян Кастеланос. Отлично звучит, мне нравится. Говорят, мало кому удавалось делать карьеру быстрее меня. Хотя мне казалось, что ждать пришлось долго. Просто руки чешутся приступить к делу. Уверен, детектив из меня выйдет лучше, чем участковый. Кроме того, больше не придется носить эту чертову форму. Да и прибавка к зарплате тоже радует. В департаменте сейчас любая помощь на вес золота. Количество преступлений в городе зашкаливает. Кримсон Сити – мой дом. А защищать его – это моя работа. Так, это мой дневник, да? То есть я Себастьян Кастеланос. Видимо, так меня зовут. Подожди. Хотя не уверен, что это я, и это мой дневник, но... Музыка, ребята. Как раз таки граммофон, да? Ага. Все, я понял, действительно. Я снова здесь. Это, видимо, точка телепорта. Нас телепортирует сюда, в наше сознание, и мы будем прокачивать себя. Давайте, что ли, прокачаем. У нас немало так... А геля? По идее. Ну, тогда ли я видел кошмар? Или сейчас? В чем дело? Привет. Я пришел всего лишь сохранить свой прогресс. Так, новая ячеечка. Давайте сюда. Так, хорошо. Пошли прокачаемся немножко. Ну, не зевай только. Хорошо. Что можно здесь сделать? Здоровье. Прокачивать максимальное время ускорения. Урон в рукопашном бою. И лечение шприцами. Да? Пока только это. А подожди, еще есть оружие. Я могу еще оружие прокачивать. И какие-то, видимо, дополнительные предметы. Вроде спичек. Или гранат даже. Гранаты есть. Ладно. А патроны купить можно? Скорострельность. Емкости магазина. Во, патроны есть. 1000, да? Так, а патроны я же, по идее, могу находить в реальном мире. Да? Не будем тогда пока покупать. Здоровье. 2000. Что-то здесь... Цены такие недобрые, кусающиеся. 3000. 5000. Охренеть просто. Ладно. Видимо, пора патрончики купить. Так, или подожди. Это же не патроны, это емкость, наверное. Или патроны? Хрен его знает. Ладно. Все, у меня осталось всего 500 очков. Точность, может быть, прокачать? Или подожди. Время перезарядки. Нет, давайте, наверное, точность. Пусть будет. Хорошо. Да, голова болит, как после похмелья. Зато я выжил. В этом адище. Так, и, наверное, надо обратно топать. А как это сделать? Может быть, через зеркало? Давайте проверять. Да. Давайте возвращаемся в наш темный страшный лесочек. Надо бы еще, знаете что? Надо бы еще... А, найти патроны здесь? Потому что в магазине я, видимо, это не патроны покупал, а что-то другое. Видимо, емкость. Обоймы, да? Хотя, это довольно подозрительно, потому что у меня револьвер. Емкость здесь прокачать, по идее, нельзя. Там максимум 6 патронов, по идее, должно быть. Ну вот еще один шалашик. Ой, ты кто? Че это такое? Это же был человек. А, это человек, это мой друг. Да? Скрытое убийство. Напасть сзади и убить врага. А, так так можно даже здесь. Хорошо, давайте попробуем. Тихо,
Тихо. Опа! Получаю прямо по черепу. А, нихренатушки, у меня даже ножик есть. А почему я об этом не знал? Так, тебя же можно, по идее, сжечь, да? Ну-ка. А, у меня спичек нету. Хреново. Чувак, открывай, это я. А, он убежал. Да погоди ты. Пробил, перелезть через окошечко. Давайте. Опа. Прямо как в этом. В Dead by Daylight. Да и во многих других играх. Так, а здесь что-нибудь я не пропустил случайно, а? Бро. А обратно можно залезть? А хрен там, да? Значит, я все равно что-то пропустил в тележке. Мне почему-то так кажется здесь. Так, лампа, это все фигня. Геля нету, потопали. Куда же меня нелегкое приведет? Я уже наш... Опа. Статуэтка? Ладно. Небо красивое, кстати. Опа. Бутылки. Значит, нам надо будет сейчас отвлекать внимание, да? Кого-то. Эй, парни, вы местные? Подскажите, где... Я больше не могу... Ну это еще что за дерьмо? Охренеть! Так, ребята, я передумал с вами здесь иметь дела. Твою мать! Давай бутылку сюда. Нам надо, видимо, отвлечь внимание этих ублюдков, да? Как-то. Ну-ка вот туда. Надо его... какого хрена? Ты должен был на бутылку идти? Нет, он идет ко мне. Да, получай по черепу. Да получай ты. Блять, убью нахер. Захерачу. Ай, больно. А как его убить-то? Может, разбегу как-то? Хопа! 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 Это как-то глупо. Чувак, не надо, не время. Не время выдыхать. Ся. На. Ты когда-то сдохнешь-то уже. А, бро? Ты будешь подыхать? Да, по-моему, ему плевать на это дело. Значит, убить его так нельзя. Но у меня же, по идее, ножик есть. Почему я не могу ножик достать? Опа! Какая-то длинная рукопашка у нас с ним получилась. Опа! Тихо. Ладно, короче, иди в жопу. Я пошел. Видимо, тебя нельзя убить. Так, давайте посмотрим, куда здесь топать. Мостик есть? Какой-то. Причал? Нет, красиво, да? Очень красиво и мрачно. Чем-то, знаете, напоминает он дух... словно притягивает меня одним своим видом. Дух Лавкрафта, да? Зашибись. Может, его как-то спихнуть можно в воду? На, по башке получай. А, он же оглушился. Может, его убить можно? Да. Вот оно что. Вот как можно теперь действовать, да? Оглушаем ублюдка и режем его. Как свинью, блять. Так, хорошо.
Что у нас здесь? Ага, пусто. И там ублюдки. И здесь надо посмотреть. Я же могу что-то пропустить. Очень важное для сюжета. Так, ну он, по идее, ко мне спиной стоит. У меня есть хороший шанс напасть сзади. Так, так, так. Вы знаете что? Что-то реальная игра у меня притормаживает. Я не знаю, с чем это связано. Может, лампу выключить? Да, наверное, это из-за лампы. Значит, освещение, да, у меня вызывает такие проблемы? Да, вот включил лампы, и вроде бы как-то похуже стало. Надо будет покопаться в менюшках. Возможно, там какое-то сглаживание или... режим освещения. Надо подкорректировать. Что это? Подобрать? А, спички! Теперь я могу сжигать ублюдков. Так, какая-то чувиха. Явно она уже не живая. Гори! Царствие тебе небесное. Так, хорошо. Больше ничего нет. Надо тебя еще сжечь. Так, хорошо, знаете что, друзья? Я вот не знаю, а может быть, они типа встают, да? Если их не поджечь. Они же, по идее, уже мертвы. Зачем мне их сжигать-то? Так, что это? А, укольчики! Замечательно. Нет, это мне пока не нужно. Хорошо, потопали дальше. Твою мать! Как это я не вовремя заметил? Что же вы не предупредили, что это дерьмо здесь повсюду может быть? Окей, бро. Так, давайте... А, вот, динамит, посмотрите. Да? Надо это дело обезвредить. Все? А подобрать? Было бы неплохо, да, подобрать такую вещь, а потом кидать в толпу этих зомби. Ладно, потопали дальше. Так, здесь ничего, вот. Еще один бродит ходит. Там, без палева. Контрольная точка. Неплохо. Так, здесь ничего. Падла, гаденыш. Надеюсь, ты меня не спалишь. Я же скрытен. В кустиках типа бегаю. Ты че сюда смотришь? Не надо сюда смотреть. Так. Ага. Да. Тихо, тихо, он вроде бы сюда спиной стоит. Поэтому можно... Ага, напасть. Но меня вот тот ублюдок спалит. Тихо, 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 давай, давай, давай. Да. Получай, получай, получай. Зашибись. Гори, солнышко. Ух ты, из него патроны выпали. Да, неплохо. А еще знаете, что я научился делать? Опа. Сейчас мы этого ублюдка оглушим, прям по черепу. Только вот не просто это сделать, потому что он ходит. Давай. Ага. А, эй, какого хрена? Ты должен был оглохнуть. Вот же ублюдок. Читерский, а? Ну, вы знаете, его можно... перехитрить, по идее. Так, а сюда зайти нельзя, что ли? А вот. Хорошо, что у нас здесь? Опа, все.
Теперь будем стрелять. А, он бежит, он не знает, что он дебил. Он думает, что он пытается пробежать сквозь эти ворота. Ой, идиот. Точнее, сквозь это ограждение. Искусственный интеллект здесь, конечно, это просто жесть. Ну ладно. Так, гори, солнышко. Так, что с тебя выпало? Подобрать факел? О, ни хренатушки себе. Надо это дело проверить. А! Что? Зашибись. Давай топай сюда, вот капкан. Да, хорошо. Так. Гори. Почему ты не горишь? Вот теперь гори. Твою мать. Да топай отсюда. Неужели? Так, что-нибудь с тебя выпало, бро? Нет капкана, знаете, прям как у этого. У... А что поджечь-то? Что? Сено поджег? Типа это, да? Хорошо. А зачем ты поджег сено? Может быть, это типа отвлечь внимание? Ага, вижу, 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 вижу. Так, тихо. Кто там хрипит? Опа, тазик, можно ножки сполоснуть. Тихо, тихо, тихо. Ничего интересненького. Здесь. А, ну ведь камин, по идее, я тоже могу зажигать. Правда, это мне незачем. Ничего, хоть бы гели подкинули. Да? Так, и зачем я сюда прибежал? Ну, разве что посмотреть, какой прекрасный здесь вид открывается моему взору. Но нам, по идее, дальше топать. Опа! Опа, опа, какой нетерпеливый, хочет ко мне попасть. Не знает, что ему делать, как бежать-то? Хорошо, мы его перехитрим. Нападем со спины. Тихо. Так. Да ладно, еще одна, что ли? Ой, что-то у меня притормаживает все. Основательно. Давай, 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 выходи. Выходи, ублюдок. Да, блядь! Да бей ты его! Ублюдка такой. А, блядь, да что за лаги? Жесть какая-то. Что за лаги-то? У меня вообще ничего не тормозит. По идее, не должно тормозить. Хотя, знаете, многие люди жаловались на эту игру, что у нее очень херовая оптимизация здесь. И даже на топовых компах она умудряется тормозить. Да. Горит, сучка. Так, вообще, ради чего я все это делал? Реально. Хоть бы что-нибудь дали. Патроны, аптечку, я не знаю. А, ну гель, только ради геля. Хотя можно было, знаете, просто прибежать сюда, через окно взять гель и утопать обратно. О, мы куда-то пришли. Какие-то ворота большие, увесистые. Давай, 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 давай. О, замечательно, вообще весело. А, сейчас догонят. Давай, 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 давай. Пора топает, да убу... Как, блядь, отменить действие? Нихера непонятно. Сука, а? Сучата маленькие. Да нахер. А, блядь, получай.
Да, вас еще надо убить, значит, да? Так, давайте что ли полечимся? Так, где у меня? Все, потопали. На выход. Так, хорошо. Они думают, что я в доме. По идее. Так, лампы вырубаем. Мало ли. Да ты откуда взялся? Ты реально откуда, блядь, взялся? Убей, убей его, убей. За спиной чего не убиваешь ты? Охренительно. Просто очешуительно. Давай, 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 топай сюда. Да как он меня узнал, что я здесь? Все, он не понял, где я. На, ублюдок. А, еще бутылка есть. Кстати. И патроны. Так, бутылка сюда. А, он меня не видит. Надо его быстренько убить тогда. Пока есть такая возможность. Да, неужели, блин, а? А, ты мне нервы потрепал. Так, что там с него выпало? Патроны. Бутылку где-то я выбросил, вот. Ага. Ну, а теперь сюда, наконец-то. Да. Ой, божечки. Опа, приехали. Закрылась контрольная точка. Меня, видимо, ждет веселье, да? Ладно, друзья, давайте здесь мы поставим паузу. Все, что будет дальше, узнаем в третьей серии. Спасибо за внимание. Поддержите это видео пальчиком вверх и комментарием. Все лучшее и позитивное, друзья, только для вас. Вступайте в группу ВКонтакте и обязательно зовите друзей. До новых встреч. Пока. Что это? Плач. Плач, твою мать. Там кто-то есть. Это кукла. Блин. Ну вот что делать? Полюбопытствовать? Или... Да ну нахер. Сказать и пойти вот сюда. А, блин.